В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте прошла ежегодная экономическая конференция «Гайдаровский форум». Бизнесмены, руководители крупных предприятий, чиновники, представители правительства РФ, региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты. Больше 13 тысяч человек посетили юбилейный 10-й Гайдаровский форум. Проекты эффективного управления территорией на уровне муниципалитета представил глава городского округа Химки Дмитрий Волков. Химки – один из лидеров среди городов Подмосковья по социально-экономическим показателям. В прошлом году округ занял второе место в рейтинге 50. Быть вторым номером в Подмосковье без проектного управления – это просто технически сделать нельзя. Вот мы как раз говорили – согласованность. Если нет проектного управления в муниципалитете, никакой нет согласованности. И синхронизация, то есть между собой все должны быть синхронизированы, сроки, конкретные исполнители, конкретные ответственные лица. И я вам скажу, что дело непростое, потому что в среднем 20% в администрации меняется ежегодно. То есть не все справляются, коллеги, мы с ними прощаемся. Гайдаровский форум – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводят с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х годов Егоре Гайдаре.